Электровелосипеды General Motors появятся в Европе во втором квартале. Компания General Motors объявила о намерении во втором квартале начать в Европе продажи электрических велосипедов. Они будут носить марку Ariv. Две модели, одна из которых будет складной, сначала появятся в Германии, Бельгии и Нидерландах, на рынках, где велосипеды на литий-ионных аккумуляторах уже популярны. В Бельгии и Нидерландах компактный электровелосипед крупнейшего американского автопроизводителя будет стоить 2800 евро, а складной – 3400 евро. В Германии цены составят 2750 евро и 3350 евро соответственно. Полная зарядка аккумуляторной батареи будет занимать 3,5 часа. Проехать на одной зарядке можно будет до 64 километров. Компания уже присутствует на рынке электромобилей с моделью Chevrolet Bolt. О планах выпуска электроскутеров пока данных нет.